Да, Олег Николаевич, завтра у вас плотный график. В 10 пресс-конференция перед журналистами, речи, приблизительные ответы на вопросы я вам подготовила и выслала на почту. В час обсуждение макета с архитектором и гостями. Да. Подарок господину Тау и господину Мэнгу готов. Все должно пройти замечательно. Мне тоже очень приятно с вами работать. Всего доброго. Мам. Так, Владимир, потрудитесь мне объяснить, почему вы еще не спите? Не люблю, когда ты так говоришь, словно я старый. Во-первых, не старый, а взрослый. А во-вторых, у кого-то завтра с классом важная экскурсия. Не куда-нибудь, а на завод елочных игрушек. А в-третьих... В-третьих, у тебя завтра очень тяжелый день. И от того, как он пройдет, будет зависеть, получит мама важную работу или нет. Но я не могу заснуть. Папа всегда рассказывал мне сказку перед сном про волка. Про волка? Я такую не помню. Ну... Ты начни, она всегда разная была. Хорошо, я попробую, а ты закрывай глаза. Иду. Иду. Привет, лягушоночек мой. Евгений, а тебя не учили сначала спрашивать, кто, прежде чем открывать дверь? Анечка, никогда так не делай. Вообще-то я в глазок посмотрел, вот. Потапов, вообще-то я его закрыла рукой. Анечка, никогда не ври. Я тоже рад тебя видеть. Пап, я пока у тебя поживу. Ну, бабушка заболела. Я свои новые рисунки принесла. И твою новую книжку. Ты умничка. Давай. Анечка, давай ты потом это все покажешь. Иди в комнату, мне уже с папой поговорить. В общем, у нас через 3 часа с Мишей самолет. Маму забрали в больницу, как ты уже слышал, с давлением. Поэтому с Анечкой некому посидеть. Да, сочувствую. Как она? Она-то в надежных руках. А вот я очень рискую, оставляю Анечку здесь. Ты вообще не забыл, что ты отец, нет? Лара, ну ты же можешь попросить. Это несложно. Смотри, Потапов, пожалуйста, вместо того, чтобы заниматься своим китайским самоучителем, посиди с дочкой. Я, конечно, понимаю, что у тебя очень сложная, ответственная работа, и тебе нужно закончить ее в срок, но мне вместе с твоим мужем нужно получить красивый и ровный загар. Куда? Алло? Да, дорогой, спускаюсь. Давай. В общем, вот этот список – это все, что нужно будет тебе сделать. Потапов, ну ты мне уже испортил один раз жизнь. Ну, помоги мне, пожалуйста, хоть сейчас ее наладить, а? Может быть, это вообще мой последний шанс? Да-да-да, уже лучше. Анечка, доченька, пока! Веди себя хорошо! Пока! Завтрак, школа, экскурсия, танцы. Твоя мама думает, что я без расписания не знаю, куда ты ходишь. Куда же подевался этот ребенок, а? Здесь нет. А, и тут тоже нет. Ну ладно, придется есть это вкусное печенье одному. Нет, папа! Ага, попалась. Пошли. А по выходным папа Волк водил его в кинотеатр и на мультфильмы, они ели мороженое. Я еще скучаю по папе. Я знаю, малыш. И он по тебе скучает. Мам, а папа точно приедет на конкурс?
Он будет очень-очень стараться. Если он приедет, мы завтра с Аней победим. Вы в любом случае победите, потому что ты у меня самый лучший. Мам, ты все еще любишь папу? Конечно, люблю. А теперь быстро спать. Спи. Петр, здравствуй. Извини, что так поздно. Хотела уточнить, ты приедешь завтра к Вовке на выступление? Ну, постарайся, пожалуйста, он тебя очень ждет. Как ты вообще? Тебе правда это интересно? Да нет, просто как-то странно. Ты никогда не интересовалась моей жизнью после развода. Я расскажу. Мотаюсь по стране. Порой даже не поэты. Работы очень много, не высыпаюсь, очень тяжело. Но я не жалуюсь, слышишь? Я сейчас денег заработаю. Заработаю и Вовку возьму где-то на неделю. Да, пожить. Мы с ним хотим. Чё вру ты? Чё? Когда я вообще врал тебе? За исключением, может быть, того случая, да. Слушай, сейчас не очень удобно говорить. У меня заказ важный. Светуль, давай перезвоним. Все, давай. Любовь Николаевна, здравствуйте. Здравствуй, Женя. Да как шины проколотые. Да, врач их только что укол сделал. Садистка. Больнючий такой. Ну что, моя на тебя скинула? Анечка. Нет, с собой забрала. Я... Пап! Опять выгораживаешь ее. Любовь Николаевна, Ларисе нужно подумать о будущем, раз со мной не получилось. А ребенок помешать может, да? Я бы не говорил так категорично. В общем, Женя, давай вот без этих объездов, так? Мы же с тобой... Вы все-таки родные люди. Не раскисай. Держись. Я сама хотела к вам. Подъехать. Ну, эти вон живодеры в белых халатах не отпускают меня. Ой. Ладно, спокойной ночи, Женя. И вот что, помни, это моя дочь с тобой развелась. А не я. И вам спокойной. Алло, Жень, что-то случилось? Ничего. А что, я не могу просто так позвонить своей сестре? Можешь, но сейчас вообще-то ночь. И ты спишь? Нет. Пытаюсь разобраться в завтрашнем дне. Вдруг я что-то напутала. О, это вряд ли. Ты же моя железная старшая сестра, Светлана Владимировна, помощник мэра, которая никогда не ошибается. Кроме того случая, когда вышла замуж за этого своего Петра, непризнанного гения фотографии. Жень, спокойной ночи. Подожди, не обижайся. Я просто хотела тебе сказать, что я в тебя верю. И ты обязательно со всем справишься. Спасибо. Пока. Да. Доброе утро, Валерий Михайлович. У меня занятие в 10 утра. Как?
У меня же только вечерние и дневные занятия. Нет, в расписании ничего такого не было. Заболела? Хорошо, я подменю. Угу. А какой язык? Да, сестоль. Я буду. Ты рюкзак собрал? Да, еще вчера. Стихотворение выучил? Мам, ну мы же на экскурсию идем. Какое еще стихотворение? Читай, я послушаю. Что такое Новый год? Это все наоборот. Читай, читай. Олег Николаевич, да, я получила ваши комментарии. Уже правлю. Через полчаса отправлю вам все на почту. Угу. Мама, опоздаем. Владимир, мы все успеем. Продолжайте читать стихотворение. Елки в комнате растут. Мама с дядей Мишей могли бы мне с собой взять. Мама говорит, что детям вредно зимой ездить в теплые страны. Правильно, мама совершенно права. Ну да, я могла бы там заболеть. И потом. Если ты уехала, ты не смогла бы попасть на танцевальный конкурс. Ты же так к этому стремилась. Папа, ты об этом помнишь? А мама сказала. Папа все помнит. Так, это ты? Да, это я. Это и мама, и дядя Миша. Пап, а ты не поместился. А теперь налетай. Блины по папиному рецепту. Чай будешь? Да, Валерий Михайлович. Урок? Конечно, помню. Да, я успеваю. Ешь быстрее, остынут, будут невкусными. Угу. Ой! Вовка, осторожно, не ушибся? Нет. Возьми. Спасибо большое. Сколько раз я говорила тебе, не бери ты эти игрушки с собой, ты же уже взрослый. Следующий уже в 9. Прости, мам, это я виноват. Да ни в чем ты не виноват. Но так мы точно опоздаем. Такси! Значит, мы опоздали. А я так хотела посмотреть, как делают елочные игрушки. Ну, прости, дочка. Всю ночь работал, вот из-за этого проспал. Надо было ставить будильник на телефоне. Отвык я тебя в школу провожать. Да это я забыла тебе напомнить. Ну ничего. Я обещаю тебе, что я отвезу тебя на этот завод. А? Договорились? Угу. Привет. Привет. Мам, мы опоздали. Не расстраивайся. Я попросила папу, он меня отвезет на следующих выходных сюда. Они уже уехали? Я попрошу. Он на тебя возьмет. Да, вся начальная школа. Строго по расписанию. Ой, нет, только не сегодня. А что, в чем дело? У меня очень ответственный день, а мне сына не с кем оставить. Вот, и у меня тоже ответственный день, а дочку не с кем оставить. Ну, хотите, мы вас можем на машине подвезти. Спасибо большое. Да? Ну, идемте. Идем. Я Светлана. Я Евгений. Угу. Слушайте, а мы с вами виделись на родительских собраниях как-то, да? Да, наверное. День, конечно, сегодня очень добрый. Села? Ага. А вы писатель? А? Нет, это самоучитель.
французского, немецкого. Угу. Там разные. А китайского нет? Китайский в процессе написания. Жаль. Жень, привет. А ты можешь сегодня с Вовкой посидеть? У меня безвыходная ситуация. Слушай, ну я правда не могу. У меня тут полный дурдом. Баннеры надо переделывать, что? Еще за костюмами ехать. Ну я и так уже на грани. Ну, попроси Петра, он же все-таки отец. Я очень редко тебя о чем-то прошу. А почему мы не едем? Да вот что-то не получается, не заводится. А вы ее заправляли? Ну, естественно. Нет, забыл. Мы сейчас что-нибудь придумаем. А ничего нельзя побыстрее придумать. Как говорят китайцы, быстро это медленно, но без перерывов. Спасибо большое. Мы сами доедем. Владимир, выходим. Пока. Пока. Ну, дела. Ну что, попали мы с тобой? Угу. Тебе что, жить надоело? Под колеса бросаешься. Не стыдно орать на женщину? Да так, жалко тебе стало. Ну, если жалко, то поезжайте в мэрию. Вопрос жизни и смерти. Тяжелое утро. А, смотрите на дорогу. Куда вы едете? Там же ремонт. Ничего, сейчас объедем. Вас случайно не Евгений зовут? Николай я. Слава богу. А то мне сегодня Евгеньев не везет. Здесь налево. Подумаешь, забыл заправиться. Ну, наконец-то. Канистра, шланг и доброе слово творят чудеса. Только перед Вовкиной мамой неудобно. Мы их так и не подвезли ведь. Пап, когда к бабушке приедем? Я, наверное, скучу там одной в больнице. Так. Звонят. О. А это не у меня. Ищи. Нашла. Нашла? Что это? Отвечай. Да, алло. Здравствуйте. Да. Дело в том, что Светлана забыла у меня свой телефон в машине. Да. Да нет, ну, между нами ничего не было. Бросил трубку. Ну? Угу. Ну что, надо вернуть телефон хозяйке. А ты на работу не опоздаешь. Дела надо решать по приоритету. Веди себя хорошо. Сегодня очень ответственный день. Никому не попадайся на глаза, особенно моему начальнику. Здрасте. Здрасте. Прием китайской делегации. Очень серьезные переговоры. Здрасте. Здрасте. Короче, не до детей. Понял меня? Да, понял. Понял. Привет. Привет. Олег Николаевич у себя? Нет еще. Вовка. Привет. Здравствуйте. Свет! Ты с ума сошла? Это на пару часов, не волнуйся. До пресс-конференции я его куда-нибудь пристрою. Так, посиди здесь, а я что-нибудь пока придумаю. Где он может быть-то? А, я не брал. Да, конечно, сынок. Так, спокойно, Светлана. Не звонит? Понятно. Ладно, это еще не конец света.
Алло, Петр, привет. Это папа? Дай мне. А ты не смог бы... Что? Ты мне позвонил, а трубку взял мужчина? Я не знаю, кто он. Хотя нет, догадываюсь. А, понятно. Да нет, я все понял, ясно. Угу. С Вовкой посидеть, конечно. Слушай, я могу сейчас приехать. Ну, то есть, если я сейчас приеду, я же вечером не смогу. Ну да. Ну, я тоже так считаю, давай. Ну, давай, до встречи. А это кто? Ты Заша. Нет, нет, вот это кто? Ассистентка моя. Здесь тоже она? Да, она же. И это тоже она? Голая. Ну, любит человек фоткаться, что это? Голый любит фотографироваться, да? Это имеет значение? Имеет. Он там звонит. Да? Уже бегу. Так. Значит так, ты сиди здесь, не шуми и ни в коем случае не выходи. Понял меня? А я скоро приду. Сядь на последнюю парту и веди себя как мышка. Папа проведет урок, и потом пообедаем. Ясно? Ты опоздал на 11 минут, как обычно. А где ученики? Ушли? А их и не было. Я решил тебя проверить. Устроил тебе, так сказать, экзамен на пунктуальность. И ты его не сдал. Ты, Евгений, самый безответственный преподаватель в моей школе. Еще и ребенка с собой притащил. Мне не с кем дочку оставить. Я уволен? Не дождешься. Дисциплина у тебя, конечно, хромает, зато посещаемость зашкаливает. Приятно слышать. Я не только за этим тебя вызвал. У меня к тебе серьезный разговор. Ты сейчас сходи и попей кофейку, там мне еще нужно пару важных звонков сделать. Я тебя позову. Здравствуйте. Евгений Иванович. Анечка, привет. Давайте я помогу. Я сам. Да, давайте я помогу. Одевайтесь, да. Я повешу. Ой, Анечка. Ой, как ты красная. А давайте я чаю поставлю, Евгений Иванович. Чаю, да, пожалуй, можно. Спасибо. Космяшечки. Анечка, как дела? Китайцы сказали, что довольны гостиницей. Это наше расписание. Никаких изменений не предполагается. Подарок для гостей у меня в кабинете. Это большая прекрасная матрешка ручной работы. Так. Надо же. Вы мне звоните. Да? Добрый день. Я заранее прошу прощения. Я могу услышать Светлану? Это вас. Да-да, вас. Алло. Алло, Светлана, это Евгений. Евгений, давайте позже поговорим. Мне сюда звонить? Нет, больше никогда не звоните мне на этот номер. Ладно. Я перезвоню. Простите, это не повторится. Надеюсь. Значит так. Евгений, вы сегодня так хорошо выглядите, и парфюм у вас такой волнительный. Спасибо. А это кто? Тебя это не касается. Ты чего пришел? Как? К тебе. Зачем? На тебя посмотреть. Посмотрел? Молодец. Можешь идти. А ты? А я здесь останусь, я же на работе. Это ты ходишь, отвлекаешь. Сам не знаешь, зачем. Почему не знаю? Ну,
Ладно, иди давай. Вспомнишь, зачем приходил, позвони. Юль! Еще раз с кем-нибудь увижу, ноги вырву. Ему. Душу вырвал бы наконец. Хоть кому-нибудь. Продвигается китайский самоучитель. Ага. Ну, еще несколько бессонных ночей, и он будет готов, да? Какой вы трудоголик. Так. Опять чаепитие? Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. А у вас, барышни, между прочим, скоро занятия начнутся. Да. Женя, зайди ко мне. Я присмотрю за Анечкой. Спасибо. А тебе разве работать не надо? Все, что надо, я сделала, папа. Ну-ну. Что у тебя с моей дочерью? Честно? Ничего. А чего она вокруг тебя вьется? Не могу же я ее отгонять. А ты попробуй для разнообразия. Девочка молодая совсем, ей учиться надо, а ты им мозги пудришь. Ладно, я чего тебе позвал? Нам сегодня начальство из Москвы приезжает. Тимур Семенович? Ну, именно он самый. Им какая-то важная дама с телевидения, телепродюсер. Вот их надо встретить. Ну, естественно, на дневные занятия я тебе найду замену. Чего они хотят? У них идея какого-то совместного образовательного телепроекта. Ездят по нашим филиалам, ищут ведущего. Так вот я хочу, чтобы они выбрали мою дочь. А как же ее учеба? Вот в Москве и доучится. Мне Юльку надо представить во всей красе, понимаешь? Ну вот как это лучше сделать? Так они придут к нам на занятия? Разумеется. Отлично. Пускай проведет вечерний урок вместо меня. Да хорошая мысль. Ну, ты тогда быстренько ей расскажи, что, как. Она девочка смышленая. Правда, зажата немножко. Я помогу ей расслабиться. Евгений, смотри у меня. Если я узнаю, что ты с ней... Я... Все, свободен. Где Аня? Не знаю. Только что была здесь. Я подумала, что, может быть, вы захотите поговорить с нашими гостями на их языке. Отлично. Спасибо, Светлана. Вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. Оля, вызови-ка меня. Так, а откуда здесь ребенок? Не знаю. Это, наверное, мальчик из хора, который участвует в выступлении перед нашими китайскими партнерами. А почему один, если он из хора? Видимо, потерялся. Да, мальчик? Ты ведь потерялся? Немедленно сделайте так, чтобы он нашелся. Не хватало, чтобы в приемной оказался весь хор. Конечно. И вызовите мне Николая Ивановича. Ты чего вышел? Мам, я писать хочу. Так, быстро одеваться. Ты...
зачем это сделал? Я хотела проверить. Там было написано. Пишут везде. Ты чего себя на лбу не написал? Ну почему же? Я на руках. Ну что ж ты утворяешь, а? Аня! Тише, тише. Чар, Чар, иди сюда. Спелись уже. Ты мой хорошенький. Иди сюда. А, прости меня, пожалуйста. Просто он так хотел кушать. Эй, ты где? Здесь. На, на. Ну, это не повод от меня сбегать. Он такой хороший. Я бы хотела кошечку или собачку. Замерзла? Ну, дядя Миша, это как его? Аллергия. Да, аллергия, это серьезно. Давай ручку сюда. Ну, ничего, лягушонок, вырастешь, тоже заведешь себе собаку или кошку. Да? Ты же у меня хорошая девочка. Обещаешь, что ты не будешь бегать от меня? Обещаю. Когда природа, деревья, это... Андрюша, выручай, вся надежда только на тебя. Ты знаешь, а мне нравится. По-моему, у него талант. Не отвлекайся. Понял. Не отвлекайся. Тебе не до шуток. От тебя можно позвонить? Да, вот телефон. Все правильно. Не вертите головами. Евгений, это я. Вы извините, что я вам нагрубила. Вы не могли бы вернуть мне мой телефон? Хорошо. Только у меня катастрофа со временем. Где я? Я в детской студии Леонардо. Это на улице... Прибор строителей. Прибор строителей. Вот это? Да. Ой, вы меня очень выручите. Спасибо, жду. Ну что? Растворитель не берет. Поэтому маркер вычищать — это время. И покрывать лаком два слоя — тоже время. Она мне нужна через час. Молодцы. Так, через час. Ладно, есть одна идея, как сделать быстрее. Отлично. У меня еще одна проблема. С кем мне оставить сына, пока я буду развлекать китайцев? Ну, тоже мне проблема. Вера. Да-да. Вера, займи, пожалуйста, ребенка. Пусть он у тебя в студии порисует. Ну, конечно. Как тебя зовут? Вовка. Пойдем. Спасибо. Вы не беспокойтесь, я педагог со стажем, не дам вашему мальчику скучать. Сейчас у нас рисование, потом будем лепить из глины. Так, Владимир, пообещай мне, что будешь вести себя хорошо. Все будет хорошо, мамочка. Угу. Мам, ну я уже взрослая, ты мне при все. Ой-ой-ой-ой-ой. Светлана, я ваш телефон принес. Папа. Я не хотел. Спасибо. Вот молодец. Вот что мне теперь делать? У меня весь день на этом телефоне завязан. Кисточку держи, ровно. Вот, берите мой, потом вернете. А вы? Я все равно допоздна на занятиях просижу. Я преподаю в школе иностранных языков прилод. Знаете? Спасибо. Телефон на две сим-карты, так что мою можете не доставать, свою вставить и все. Вот осторожненько. Ну вот. Ты меня спас? Угу. Спасибо. Сыночек, я побежала. До свидания. Не отвлекайтесь, детки. Она сына оставила здесь, да? Да, посидит, порисует под присмотром. А мне можно? Что? Дочку оставить. А, ну это надо с Верой поговорить. Сейчас. Вера.
Давай, давай, ты древнегреческая богиня. Ну так, фрукты выше, как богиня плодородия. О, вот это отлично. Так хорошо? Да, Афина, не улыбайся, серьезно. Не смеши меня. Сюда смотри, все сюда. Вот, блестяще. Слушай, я кушать хочу. Ну, сейчас пиццу закажем. Нет, я не хочу пиццу. Я хочу в ресторан. В ресторан? Угу. Сейчас я договорюсь. Мы рады дорогим гостям. Мэру города Фуджоу, господину Мэнгу и господину Тао. В рамках сотрудничества мы вместе будем строить в Макаровске центр спорта и детского творчества. Там будет большой стадион, бассейн, различные кружки и секции. По примеру города Фуджоу мы займем досуг наших любимых детей и молодежи спортом и творчеством. И тем самым сделаем шаг к оздоровлению и воспитанию всей нации. Денисова Юлия Валерьевна, 97-го года рождения. Молоденькая еще совсем. Ну, уже очень опытная. Учится на втором курсе НЯЗа. Кстати, собирается переводиться в Москву, в МГИМО. Ясно. А ты, Евгений, что скажешь об этой кандидатуре? Очень перспективный и квалифицированный специалист. Ну, а сам-то не надумал еще перебраться в Москву? У нас ведь там и зарплаты больше, и соцпакет лучше. Да нет, что у меня тут дочь, куда я уеду? Семен Семенович, ну вот опять моего лучшего педагога в столицу сманиваете. Валерий Михайлович, да перерос он твой Макаровск уже давно. Головы на три как перерос. Да, потому что ваши самоучители, Евгений, в Москве прекрасно продаются. Ваша методика очень доступна. Спасибо. Семен вас так расхваливал, и плюс, Евгений, у вас прекрасная телегеничная внешность. Ну, значит, расклад такой. Сейчас я вам показываю школу, потом поедем перекусим. Ну, а вечером я представлю нашу кандидатуру на роль ведущей. Увидим ее, так сказать, в деле. Прямо в деле? Да, на уроке. Между прочим, старшая группа, студенты, аудитория непростая, но наш педагог тоже не промах. Замечательная девушка. Красавица. 5 языков знает, а ученики ее просто обожают. Надо же. Как много у вас здесь талантов. Привет. Хорошо выглядишь. Ты зачем хотел встретиться? Ну, как зачем? Поговорить? А по телефону нельзя было поговорить? Можно было, только твоя секретарша мужского пола не дала соединения. Я же тебе говорила, это была случайность. Да я тебя не осуждаю. Красивая женщина не может долго быть одна. Тебе опять деньги нужны? Почему опять? Просто крайние обстоятельства. Сейчас была командировка, за свой счет все было. Там объектив разбил. Ты не думай, я все отдам. У меня 3 предложения сейчас. Думаю, кого из них выбрать. Может, для разнообразия тех, кто заплатит? Смешно. Ну ладно, могла бы просто сказать нет, я бы понял. Давай. Петь. Да пока. Петь, подожди. Мне тоже непросто. А ты мне совсем не помогаешь. Да я с радостью, я хочу помогать. Вот без этого объектива я правда как море без чаек. Да я же не про деньги. Я про то, что ты мог бы больше времени проводить с сыном. Он же тебя ждет постоянно. Он каждый вечер эту твою дурацкую сказку про волка вспоминает. Слушай, я обещаю, я заберу его. Буду учить фотографии, все как ты хотела бы. У меня с собой налички только вот пару тысяч. Слушай, у вас там банкомат в фойе стоит? Смотри, смотри, это мой папа написал. Я по ней английский язык учу. Вот видишь, какие там картиночки. Везет тебе. Ты часто папу видишь.
Угу. Дай посмотреть. Не дам, это мое. Ничего не твое, это все общее. Я не дам, это папина, отдай. Отдай. Алло? Заберите своих детей, пожалуйста. Они ведут себя недопустимо. Немедленно приезжайте и забирайте. Все. Простите, пожалуйста, ради бога. Накажите их, поставьте в угол, лишите сладкого. Но только у себя оставьте, я вас очень прошу, войдите в мое положение. Я понимаю, что безвыходная ситуация. Но мне-то что делать? Ждать, когда ваши дети разнесут всю студию? Или покалечат других детей? Нет, приезжайте. Да, сейчас. Угу. Так, полиглот. Алло? Алло, здравствуйте. А вы могли бы позвать к телефону Евгения Потапова? На совещание с руководством? Хорошо, спасибо. Ня, ты же прекрасно знаешь, как не важно, чтобы Юлька получила эту работу в телешоу. А сам постоянно себя пиаришь. Я? Ни одного слова не сказал. Семен Семенович сам все выложил. Юлю вашу я подготовлю. Не понял. Ты мне звонишь? Да. Это тебя. Меня? Угу. Да. Евгений, здравствуйте. Наши дети устроили в студии погром. Их нужно срочно забрать. Насколько я помню, у нас с вами нет общих детей. Вы можете не шутить? Хорошо. Хорошо, сейчас заберу. Но потом вы с ними сидите. Принято. Договорились. Евгений, я вообще-то не твой личный секретарь. Почему эта барышня звонит мне? Валерий Михайлович, это долгая история. Я тороплюсь просто. Утро было, одна дочь, теперь уже дети. Как-то быстро. Это просто знакомая. Аня, все равно и забирать. Евгений, это, наверное, не мое дело, но все-таки... Мне кажется, ты слишком мягок. Слишком много людей пользуются твоей добротой. Да, возможно. Ладно, это твоя личная жизнь. Ты, главное, про мою дочь не забудь, пожалуйста. Да-да. Нет, я обещаю, что она выступит так, что все дар речи потеряют. От восхищения. Я пошел. Ну-ну. Расскажи-ка нам, дорогой Вовка, зачем ты драться полез? Я хочу Аню защитить. Ага. Я и сама могу за себя постоять. Молодец. Вот это ты молодец. Аня, а вот девочки не должны драться. Для этого есть мужчины, которые должны защищать женщин. А потом эти мужчины становятся мужьями этих женщин. Так хочешь чего объяснять? Ну да. Дядя Женя, почему ты развелся? Ты что, больше не хочешь защищать тетю Ларису? Мама сказала, что папа так и не повзрослел. Странным вроде он взрослый. Так, все. Пирожные хотите? Мы. Ага. Отлично. После обеда. Машину. Прыг. Черт. Что ж за день такой, а? Проблемка небольшая. Сейчас колесо подкачаю и поедем. Там палатка с пряниками. И что? Пойдем купим. Знаешь, какие они вкусные? Моя бабушка их очень любит. Но это надо у твоего папы спросить. Мы быстро. Он даже не заметит. Thank you.
это укрепит дружбу между нашими городами. А это наш скромный подарок. Как говорится, от чистого сердца. Джуниме, сине, куале. О! Сесе. Что это за ужас? Фиолен. Это Дед Мороз, который любит детей и на Новый год дарит им подарки. А таким же подарком для детей нашего города станет будущий центр спорта и детского творчества. А, Дед Мороз. Дед Мороз. Снегурочка. Снегурочка. Ну что, а теперь давайте пройдем к макету нашего будущего центра. Ну вот, проблема устранена. Теперь можно и пообе... Извините, вы не видели мальчика и девочку лет 6-7? Нет, к сожалению, не видел. Здравствуйте. Дайте нам, пожалуйста, 5 медовых пряников. Не 10, 20. Сейчас, мои дорогие, сейчас. Сейчас. Очень вкусные. Сам, о, еле сдерживаюсь, чтобы все не съесть. Ой, ароматные! 19.20. Вот, держите. 150 рублей. Извините, а вот у нас вот только вот это. Ну, вон еще. А у мамы или у папы есть? Мама на работе. А папа не должен знать, что мы тут. Угу. Решили дурачка из меня слепить? Да нет. А я вот сейчас вас в полицию сдам, паршивцы, а? Держи! Держите, воришек! Держите, держите! О! Держу, держу, держу. Что случилось? Украли пряники, целый пакет. Ага. И где эти пряники? Вот они, пряники. Как же они их украли, если они у вас в руке? Ну, хотели украсть. Мы не хотели украсть, мы хотели купить. А у нас денег не хватило, а он на нас набросился. Так, сколько они вам должны? Нет, а тебе что, больше всех надо, да? Да, больше всех надо, потому что это мои дети. Сколько? 150 рублей. У меня только 30. Ага, так. Без сдачи. Держите. Ага. Значит так, Вов. Маме про побег ни слова. Ага. Это наш с тобой секрет. За это можете съесть все пряники. А бабушке? Бабушке, да, тоже оставьте. Здесь у нас бассейн. Йоши-юнгуан. На втором этаже балетная студия. Алло-ши-тео-ба-ли-да. Зал для занятий восточными единоборствами. Хайо-шу-шу-да. Бокс. Хайо-чэн-ди. И за студии. Ну и другие кружки. А где люди? Люди? Сейчас будут. Какие люди? Это же макет. Вот люди. А почему вы нам не переводите? Что они говорят?
Они говорят, что очень рады, что могут сотрудничать с такими людьми, как вы. Что-то не очень радостно не выглядит. Если надо, мы вам можем помочь и техникой, и рабочими. Он сказал, если нужно, то быстрее, то есть на это добавить деньги, то есть инвестировать. Надо увеличить бюджет. Это не так, как мы думали. Может, есть какие-то условия. Мы всем бы офанила. А давайте сделаем небольшой перерыв. И все вместе сфотографируемся у макета. А через год мы сделаем такое же памятное фото уже у готового комплекса. Он сказал, мы сейчас照相, в этом модельном панели照相, а потом 3 года мы это сделали, и потом再 照相. Ну, после того, как мы немножечко поближе познакомились, я предлагаю всем пойти пообедать. Хорошая мысль, Светлана Валерьевна. А у нас как раз все организовано. Наша, мы идти чикафан, ба. Мы знаем, что это, хотя и за планом, но, мы все равно хотим посмотреть на это. Да, мы не планировали, но можно посмотреть строительную площадку? Площадку? Сейчас? Да, конечно. Но сначала давайте пообедаем, как говорится, сытым желудком и прекрасней живется. Через 2 часа мы отвезем вас на стройплощадку. Он сказал, мы можем, мы сейчас идти чай, потом чай, потом вернемся, потом посмотрим. Прошу. Светлана, я не понял, почему вы прервали переговоры? Что-то не так. Да? Вам тоже показалось? Ну так поехали бы на площадку, там все в порядке. Нет, туда пока рано, не надо спешить. Пока вы обедаете, я все разузнаю. Постойте, куда вы? Есть человек, который нам может во всем этом помочь разобраться. Я к нему. А как же, стройка через 2 часа? Я приеду сразу туда и буду вас ждать. Светлана Валерьевна, вы не подводите меня! Где Евгений Потапов? Он на уроке? Понятия не имею. Давно должен быть здесь. А дети? С ним должно быть 2 детей, Анечка и Вовочка. Я ему сейчас позвоню. Не надо, у меня его телефон. А вот и мы. Я не понимаю по-китайски, но что-то явно пошло не так. Угу. На нормальную информацию с нашей стороны они долго начинали переговариваться между собой. Я записала пару фраз на телефон. Вы не могли бы мне их перевести? Да. Она говорит, что вам нужно 3 года, чтобы подготовить площадку. Не было такого. Мы за год пообещали им все подготовить. Она что, неправильно переводит? Да, возможно. Надо только разобраться, насколько она далеко зашла в своем вранье. А что-нибудь еще есть? Нет. Так, а что делать? А вы могли бы со мной поехать на переговоры? Ну, чтобы послушать, что именно она переводит и что они между собой говорят. Через 1,5 часа. Евгений, как хорошо, что я тебя нашел. Да. Ты скажи, пожалуйста, когда моей дочерью займешься? О, скоро. Я сейчас хотел. А, спасибо большое. Ты меня очень обяжешь. Что про переговоры? Забудьте, что вы, у вас своих проблем хватает. Ну, мои проблемы пустяки по сравнению с тем, что в нашем городе не будет детского центра. А вы успеете девушку подготовить? Да, девушка не так уж и безнадежна. Надо только немного подтянуть. Спасибо большое. А я пока накормлю детей обедом. Хорошо. Светлана, а может, перейдем на ты? Я только за. Вовка, ты чего не ешь? Так, вы чего оба не едите? Что-то не хочется. Ну, хорошо. Придется раскрыть свой секрет. Кто съест весь суп,
тот получит медовые пряники! Можно мы их завтра съедим? Владимир, что случилось? Это же твои любимые. Ты не заболел? Нет, просто у нас есть свой секрет. Нам нельзя об этом говорить. А с чем связан этот секрет? С дядей Женей и с тобой. Он что-то сказал обо мне? Да, но папа просил ничего не говорить. Это связано с чувствами. Да, он сказал, что ты можешь разозлиться на него. И поэтому мы тебе ничего не скажем. Хорошо. Это связано со мной, с дядей Женей, с чувствами. И с тем, что я могу разозлиться. А если я не разозлюсь? Мы тебе все равно ничего не скажем. Не скажем. Так, но суп вам все равно придется съесть. Смелее, не бойся. Главное, будь сама собой. Не строй из себя всезнайку. Искренность всегда привлекает. Тем более, у тебя будет моя группа. Так что не подведи. Юль, если не будешь стараться, тебя не возьмут в это шоу. А я, может, не хочу, чтобы меня взяли. Я вообще не хочу уезжать. Так. Это почему? Потому что у меня здесь Гриша. А папа считает, что мое счастье в этом идиотском шоу. Вот пусть сам и едет и пляшет перед этими камерами. А что ты тогда за мной бегала? Папа твой меня замучил. Зачем мозги пудришь моей девочке? Девочка сама не знает, чего хочет. Ну, я хотела, чтобы Гриша действовать начал. Может, приревновал к вам. А то он только ходит, ходит и смотрит. Ну, так скажи ему об этом. Кому? Папе или Грише? Обоим. Да меня папа за это... Уволит? Нет. Угу. А вот меня может. За то, что я тебя не подготовил. Я вот ничего не боюсь. И ты не бойся. Скажи, как есть. Хуже не будет. Извините, нам пора. Скажи, как есть. Мне бы только подойти к делегации поближе. Я что-нибудь придумаю. Если я услышу что-нибудь подозрительное, я дам знак. Угу. А какой? Не знаю. Воздушный поцелуй, например, пошли. Вот такой. У меня еще вопрос. Да. Дети мне сказали, что у вас есть от меня секрет. И что, они его уже выложили? Да нет, молчали, как два партизана. Но я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Любопытно. Может, ты мне расскажешь? Ну, я боюсь, что могу тебя разозлить. Это что, что-то ужасное? Нет. Но я немного поволновался. Так, вы вдвоем останетесь в машине. Мам! Так, никаких мам. Давай. Ань, ну посидите в машине чуть-чуть, только никуда, понятно? Ну, ненадолго, понятно? Вова, не выходи из машины. Нехорошо их оставлять одних в машине. Да? Димочка, а вы не присмотрите за нашими детьми? Мы ненадолго, пожалуйста. Ну, ладно. Только внимательно, пожалуйста. Стараюсь. Олег Николаевич, я пригласила на встречу нашего главного инженера. Здрасте.
Хорошая площадка. Угу. А когда будет оформлено отвоз земли? Уже оформили. Та... Саня. Ехал. На тису шизолома. А подвод коммуникации? Уже со всеми договорились. Электричество, вода. Да, мы видим достаточно, но еще раз все обдумаем хорошенько. Пока возьмем паузу. Да еще. Да еще. Вот же это, он же тем, я выхожу. Не хотят ханью, а? У меня уж его выхожу. Я знаю это место. Тут недалеко больница. И что? Ну тут бабушка моя. Я хочу к ней сходить. Поможешь, а? А как же этот? Он с нас глаз не спускает. Ты только тихо, не шуми. Этот человек знает, что делает? Да, я за него ручаюсь. Он подал мне знак. Это что, тот волшебный поцелуй, что ли? Да, ну, знак, если он заметит, что-то подозрительное. Кто он такой вообще? Лицо вроде знакомое. Это Евгений Потапов. Он преподает языки в школе Полиглот. А его самоучители продаются в каждом книжном магазине. Точно, точно. Он же на нас с витрины смотрит. Ну и? Он знает китайский язык. И я привезла ему, показала запись на телефоне. Когда он ее посмотрел, он сказал, что переводчица переводила китайской делегации, что площадка будет готова через 3 года. А вы говорили, что через год. Ну и после этого мы решили с ним приехать, чтобы он послушал и сказал, что наша переводчица сочиняет. Да-да-да-да-да. Что произошло? Что они говорят? Оказывается, ей заплатили, чтобы она сорвала переговоры. Поэтому она и переводила неправильно. Да. Они приносят свои извинения, готовы все подписать. Очень рад. Синкаусин. Вот и выйна чинзу, выйна умана на гаши чатан джесу, чангон, дал фандиан чу чинзу ища, я чимин ичи чу цанджа. Приглашает вас в ресторан. Отметить успешное завершение переговоров. В 6 часов. Сегодня? Сегодня. А, в 6, но у нас же... Мы согласны. Согласны. Ужин в 6. 7 детей, конкурс. Что будешь делать? Ну, я заскочу к ним 10 минут, а потом незаметно смоюсь, и они не заметят. Что? Где они? А... Где? Да. Куда дети-то делись? Как куда? В машине сидят? Как? Нет их в машине. Нету? Нету. Ёлки-палки. В машине же сидели были. Воп! Аня! Вова! Воп! Алло. Это тебе. Воп! Да. Носит. Москвичи скоро подъедут. Быстро сюда. А что, Юля ничего не сказала? Вова! Что делать? Думать. Аня, как научилась ходить, все время норовит смыться. Надо в полицию звонить. Да. А что толку? Все равно сразу ничего делать не будут. Так,
У меня у сестры одноклассник полицейский. Звони. Их вариантов у нас пока нет. Алло, Женя, у меня ЧП. Ань, ну как мы пойдем? Что-нибудь придумаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в какой палате Родиона Любовь Николаевна? Так, дети, откуда вы взялись? Где ваши родители? Папа паркует машину, он сейчас придет. Вот когда папа придет, тогда вместе и подымитесь. Одних я вас никуда не пущу. Но мне уже 7 лет. Папа сказал, что я взрослая. Там бабушка одна скучает по мне, а вы меня не пускаете. Серьезно? Взрослая? Родионова, Родионова. Значит, бегите. 4-й этаж, 404-я палата. Спасибо. Игорь, дай им бахилы. Спасибо. Так, имя, фамилия мальчика и девочки. Так, стоп. А почему у них разные фамилии? Сереж, потому что у них отцы разные. Но у них и мамы разные. Господи, это длинная история. Сереж, ну сделай что-нибудь, а? Ну ты же можешь. Так, ладно. Значит, вы говорите, что дети находились в машине, а потом исчезли. Да. Да. Ну, может быть, они просто ушли? У меня Вова просто так никуда не уходит. Ну, как видите, уходит. Вы что, сговорились, что ли? Вы можете просто помочь нам найти детей? Я вообще-то этим и пытаюсь заниматься. Так, ладно, давайте вместе подумаем, куда они могли пойти. Так, значит, мы здесь. Здесь у нас стройка. Здесь парк. Здесь больница. Скорее всего, они в парк рванули. Там аттракционы. Зимой. Да, не вариант. Вы сказали, больница? Да, больница. В этой студии неинтересно. Там хулиган мне папину книжку порвал. А вот он за меня заступился. Ух ты! А что ж ты мне не представишь своего кавалера, а? Это Вовка. Здравствуй, Владимир. Здравствуйте, только я не кавалер. О, ну это как посмотреть. Ой, что-то твой папа очень долго паркуется, а? Может, случилось чего? Бабушка... Что такое? Я соврала тебе. Нас сюда не папа привез. Мы сами пришли. Сами? Мы сами. Так, секундочку. Сами они пришли. Алло. Любовь Николаевна, здравствуйте. А дети у вас? Ну да, да, оба у меня. Радует мое сердце. Вот, отлично. Я скоро за ним приеду. Хорошо. Так. Ну, а теперь давайте, рассказывайте. Что там случилось на самом деле, а? Слава Богу. Да. Аб, ты же не понимаю, как ты догадался, где они. А, я просто научился слышать свою дочь. Она очень хотела навестить бабушку в больнице. Я поражаюсь твоему спокойствию. А чего нервничать? Дети найдены. Как так? Они ушли одни, черт знает куда. Главное, что они добрались до бабули. Уж она-то их не отпустит, поверь. Ну, поехали. Подожди, а как же твои смотрины для москвичей? Да что-нибудь придумаю. Нет, нельзя одну девочку бросать на съедение этим столичным. Давай я тебе помогу. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Валерьевна. Тема нашего урока... Тема нашего урока... Знаете, сегодня я должна была провести урок вместо Евгения Ивановича. И я к нему подготовилась очень основательно. Но проводить урок я не буду. Почему? Потому что я не хочу переезжать в Москву. Я хочу остаться здесь, в своем родном городе, со своим любимым человеком. Он, конечно, очень нерешительный и никогда не признается в своих чувствах. Поэтому я сама... Юля, подожди. Я сам скажу.
Юль, ты выйдешь за меня замуж? Да. На этой радостной ноте хотелось бы спросить, а кто продолжит урок? Интересно, а меня вы сюда притащили? Смотреть перспективную кандидатуру на образовательную передачу или свадебное шоу? Ага, сидите. Здравствуйте, Любовь Николаевна. Здравствуй. Так, с тобой, Анечка, я дома поговорю еще. Кажется, нам летит. Так, дети, давайте-ка выйдите в коридор. Давайте, давайте. Так, одну минуточку. В этот раз не убежишь? Все, сиди там, жди. Ой, очень уж вы современные родители. Очень с детьми вы много носитесь. Вот в наше время. Мы до школы 7 километров пешком ходили. Это только в одну сторону. А потом обратно еще. Ничего, вырос. А сейчас ребенок, он что? Он два шага от дома боится сделать. Он сам себе нос не может вытереть. Да. Безусловно, вы правы. Я одно могу сказать. У Анечки очень хороший папа. А дочь моя дура. А где же? Где же ваш замечательный полиглот Евгений? Пусть он продолжит урок. Я не советую. Почему? Совершенно безответственный, недисциплинированный тип. Вечно везде опаздывает. Если хотите, я сам могу начать занятия. Нехорошо заставлять людей ждать. Может, все-таки подождем Евгения Ивановича? Нет, нет. Вы совершенно правы, Валерий Михайлович. Начинайте, продолжайте. Прошу прощения. Здравствуйте. Я помощник мэра Светлана Кудряшова. Олег Николаевич лично просил передать вам всем свои извинения. В связи с приездом в наш город делегации из Фуджоу ему срочно понадобился переводчик китайского языка, и Евгений Иванович любезно согласился нам помочь. Так Евгений еще и китайским владеет? Да, и еще, кажется, японским. А я думал, вас интересуют только европейские языки. Давай, 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 давай. Ждите меня здесь. Только клянитесь, что в этот раз никуда не сбежите. Нам больше никуда не надо, папочка. Поймал на слове. О, Евгений Иванович! Евгений Иванович, не торопитесь так. Мы вас ждем. Кстати, как все прошло у мэра? У мэра? Нормально все прошло. Мне очень импонирует ваша популярность, но, может быть, мы начнем урок? Да. Извините, мне нужно бежать. У меня ужин с китайцами. Господи, как же вы нас напугали-то? Поклянитесь мне, что вы больше никуда не сбежите. А нам больше никуда и не надо, мамочка. Ладно, я быстро по делам, а потом вы меня с дядей Женей заберете. Мам, на танцы точно успеем? Обязательно. Камень, ножницы, бумага, сумки, фа. Лиль, я не боюсь трудностей. Я беру от этой жизни все и даже больше. Я нахожу свое там, где нахожу. И никому никогда уже не отдаю. Мы рады, что все так благополучно разрешилось. 市长先生说非常高兴一切都那么的幸福的解决了。这一切还要感谢斯维特兰呢。 Господин Мэн говорит, что все это благодаря внимательности Светланы. За это, по русской традиции, мы должны выпить до дна. Это Маотай, китайская водка. Не обижай гостей. Итак, за встречу! 为我们的相逢而干杯！ 为我们的相逢！
Одна. А мама скоро выйдет? Скоро. Пап, ну мы так на танцы опоздаем. Вов, а ты быстро иностранные слова запоминаешь? А? Смотря какие. 在我的祖国中国, 再过半个小时, 就是除夕. В Китае через полчаса будет уже полночь. 是我们春节的开始. И наступит китайский Новый год, праздник весны по-китайски. 我们很高兴. 今天和俄罗斯的朋友们一起迎接我们的新年. Мы будем очень рады встретить наш Новый год вместе с русскими друзьями. 我们会把你们的热情从遥远的莫斯科带回北京. Тепло от нашей встречи мы пронесем из далекой России в наш Пекин. Спасибо вам. Скажите господину Мэнгу, что мы тоже все очень рады. 市长先生说他们也非常非常高兴. Опять этот мальчик из хора. Что-то он весь день меня преследует. Не переводите. Саша. Джинсина Сяншимен. Во, хэ, мама, я очень уфала. Во! Что он сказал? Он говорит, что ему с мамой пора идти. Это же там мама. Этот мальчик здесь не случайно. Это мой сын, Владимир. И через полчаса у него первый раз в жизни танцевальный конкурс. И если я не уйду с ним, он во мне разочаруется, как в его маме. Поэтому, Олег Николаевич, вы можете меня уволить. Но я все равно уйду. Потому что сын для меня важнее. 他说，他的儿子是舞蹈演员，过半个小时就是他人生当中的第一次的舞蹈比赛，所以他现在马上必须立刻的离开，作为母亲，他要跟自己的儿子走。然后他说，即使市长先生可以开除他，可是他一定要走，因为家庭对他来说，比所有一切都重要。是，这当然应该让他走，这很好。 Это же просто замечательно, конечно, пусть идет, потому что семья важнее работы. 市长大人, 我们跟他们一起去看看孩子的表演，可不可以呀？ А можно мы все вместе поедем, посмотрим на соревнования? А в чем дело? Почему бы нам действительно всем вместе не поехать на танцевальный конкурс, в котором принимает участие вот этот замечательный мальчик? Кстати, я никого не собирался увольнять. Завтра? Нет, завтра у тебя выходной. А послезавтра я надеюсь увидеть тебя на рабочем месте. Ну что, мы приглашаем вас. Ну, мы идти走吧. Он пригласил нас идти смотреть его соревнования. О, спасибо. Прошу. Ну что, покажешь высший класс? Да. Костюм у тебя красивый. Не волнуйтесь, мы чепчик будем за вас болеть. Класс. Хорошо? Это не чепчик. Папа! О, добрый вечер. Петр. Евгений. Ага. Мы как-то познакомились по телефону. А, да. Такая неприятная ситуация была. Привет, ты место заняла? Давай не при всех. Давай, иди сюда. Пойдем, пересядем. Так. Вы куда? Не будем вам мешать. Ты готов побеждать? Конечно. Уважаемые родители, просьба занять свои места в зале. Конкурс начинается. Готов? Давай. Ну что, удачи, малыш. Скрещите пальцы. Давай. Давай.
Молодец. Ура! Там смотри, какая медаль. Такая тяжелая. Давай, одевай скорее. Ничего Папа, себе. Ты меня сегодня заберешь? Куда? Ну, к тебе. Ты же обещал неделю. А, да, я помню. Но сегодня папа уезжает. У меня сегодня очень важное дело, но я вернусь и обязательно заберу тебя. Слышишь? Все будет, как я обещал. Вот, слушай, круто, молодец, поздравляю. Вовка, иди к Анюте, сходи. Так. Руки убери. Я просто хотел поговорить. Я тоже. Слушай, по поводу объектива этого, он подорожал? Можешь еще занять? Через 2 недели я все отдам. Петя, хватит из меня дуру делать, ладно? Видел я твой объектив, ты с ним в ресторане целовался. А выгуливал ты ее, видимо, как раз на мои деньги. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, ты не так поняла. Это клиент, там большой заказ у меня. Знаешь, мне все равно. Это меня правда не касается. Я не запрещаю тебе общаться с ребенком. Я просто не позволю его больше обманывать. Понял меня? А между нами все, пока. А я всегда знала, что ты козел. Рада, что и моя сестра это поняла. Ну что, может быть, отпразднуем победу? Давайте как-нибудь в другой раз. Это ваша сим-карта. Всего доброго. Пойдем. Ты чего такой грустный? Вы сегодня молодцы, победили. Да, я скучаю по Анечке. Она классная. Вот как? Я даже сегодня за нее подрался. В гости к Вовке заедем. Хочу. Здрасте. Здрасте. Привет. Привет. Еще раз. Я тут вспомнил. Я ж тебе кое-что должен. Проходите. Анечка, проходи. А ты о чем? О чем? Вот. Ну, это что, не надо, правда. Я и забыла в этой свете. Нет, нет. Тебе. Давай. Спасибо. Вот еще. Шампанское. Детское? Давай запустим фонарик. Вов, давай мы сначала чай допьем. А мы потом допьем. Че, мы чай никогда не пили, что ли, а? Ну, за мной вышли. Ура! 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 Эй, стой! Есть, чао. Вот это моя. Где папины ботинки? Вот они. Запускай! Все. Запускай, давай, 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 давай! Оп, оп! Ой! Пап, мне холодно. Сильно? Быстро в комнату.
А ну лови. Ой, а можно нам мультики посмотреть? Конечно, можно, но только недолго. Ага. Давай помогу. Ой. Спасибо. Ой, мультики это надолго. Ну что, чай? Шампанское? Да. Шампанское? Кажется, еще есть на донышке. Ну, тогда бери. За что будем пить? За победу наших детей. И за китайский Новый год. За хорошее окончание этого дня. Не замерзла? Mm-mm. А ушки?